So blind following means out of sentiment. Итак, слепое следование означает из сентиментов. Oh, he's so nice. I must do whatever he says. Ой, он такой хороший. Я сделаю все, что он скажет. I don't know what he said, but I got to do it anyhow. Я не знаю, что он говорит, но я буду делать все, что он скажет. Absurd inquiries. What's an example of an absurd inquiry? А пример бессмысленных вопросов какой может быть? Where did the jiva come from? Откуда пришла джива, например? Откуда пришла джива? Did you ever hear the story of the scissor person who said it was done with a scissor? Another person said it was done with a knife. Слышали эту историю про спор двух людей? Один говорил, что лучше ножницы, а другой говорил, что лучше нож. So no, it was a scissor. No, it was a knife. It was a knife. Один говорил нет, лучше ножницы, другой говорил нет, лучше нож. Finally, they started to fight with each other. И потом они стали драться друг за другом. The man who was the knife man picked up the guy who was the scissor man. И тот, который был за нож, он схватил за грудки того, который был за ножницы. Threw him into the river. И выбросил его в реку. The scissor man was drowning. И тот, который был за ножницы, он тонул уже. Drowned, и вот перед тем, как уже совсем утонуть, он поднял руку вот так вот и показал, что ножницы лучше. Что ножницы лучше. Острее. So one of them is overuse of intelligence. One of them? The blind following is overuse of our sentiment. И бессмысленные вопросы — это чрезмерное использование нашего разума. А слепое следование — это бессмысленное, ну как бы, это чрезмерное использование сентиментов. And absurd inquiries is the overuse of our intelligence. Итак, бессмысленные вопросы — это мы слишком, как бы, делаем упор на свой разум.